Всем привет! Всем привет! Поехали покатаемся! Вперед! Вперед и с песнями! Запевай! Едем, едем, едем в далекие края на нашей машинке. Мама, папа, Эвелина. А мы сегодня катаемся, а не знаю, заехали вот в частный сектор. Это, по-моему, улица. Загородная, что ли, да? Да, загородная. Поедем сейчас, помчимся на оленях утром ранним. А мы здесь когда-то ходили, да. А сегодня мы проедем. Ничего страшного. Что, солнышко? Позеваешь, Кулема, позевалка. Тебя маленько сморила туда. Маленечко сморила. А мы едем. Слушайте, вчера у нас был такой снегопад, просто снегопадищный. Снег валил, я думаю, что он валил у нас с самой ночи, да, ночью я не видела, валил он или нет. Потому что мы спали, да, но днем, когда мы вышли покататься, он валил. Снегом завалило весь наш город Кирово-Чепецк. Хорошо и так, да? Вышел из дома, похлопал свое это покрывало или там, я не знаю, половик какой-то. Не надо никуда идти, спускаться с 9-го этажа, да? Просто вышел к себе во двор и сделал все свои дела, которые ты хотел. А поехали прямо вот туда. Да. Слушай, хорошо. Это улица Пролетарская, да, ты сказал? Да, это улица Пролетарская. Вот это Кооперативная мы ее пересекли. Ну да, вот это вот улица Кооперативная, мы ее пересекли. Дом сожгли, видишь? Так вот, вот на этот домик я все время глядела. Он такой был нормальный. Он стоял, слушай, он даже не пошатнувшись стоял. У него крыша не прогнулась, ничего. Я думаю, вот вовремя бы его продали бы. Вовремя. Ну да, кстати, вот здесь по этому частному сектору мы еще не катались тоже, по улице Пролетарской. А хотя туда, мы налево, думаю, ну сейчас посмотрим, там можно ли проехать точно. А сейчас посмотрим, можно ли проехать. Тут вот, смотрите, не знаю, что, гаражи какие-то. Может быть, слушай, это будет какое-то, этот СТО, да, какое-то будет. А слушай, тут, наверное, можно проехать. Мы с тобой, когда были на улице, во дворах, с улицы проспекта России, заворачивали мы как раз сюда вот. Первомайск. Там Первомайск. Нет, вот там проспект России, да, с той стороны. Я еще спрашивала, сюда можно завернуть? Ты говоришь, ну, наверное, можно. Ну, вот мы завернули. Вот мы и завернули. Да, сейчас выйдем в Первомайск. А вот там вот эти дома стоят, вот эти вот многоэтажные. Это как раз по проспекту России. Домики стоят. Видишь, как оказывается, можно проехать. Да, слушай, тут можно проехать. Соответственно, можно и пройти. Да. Если можно проехать, то можно и пройти. А этот домик, по-моему, он от дома престарелых, этот домик. Ну, насколько у меня вот информация есть в моей голове, утверждать не могу. Потому что информация меняется вот, ну, буквально с каждым годом, да ведь? Было одно, стало другое, потом третье. Вот кстати, это у нас печка. Она закрылась, и сейчас ее продают. В данный момент там продается. Кому интересен это объявление, можете найти на Авито. Найти на Авито, да. Вот это здание печки сейчас продается. Раньше это был Голубой Дунай. Да, было название такое. Голубой Дунай назывался. Да, да, да. Дай-ка я сниму ее. А сейчас называется печка. А мы выезжаем на переулок Первомайский. Вот здесь был паспортный стол. Сейчас он тоже куда-то переехал. Давайте скоро еще заедем. Здесь не катались еще.
Здесь летом ужасная дорога, снежком припахало, так ничего хорошего, здесь асфальта вообще нет, а слова совсем. Так его... Яма на яме здесь. Его там. Стас, наверное, тут и не будет уже никогда. Никогда не будет. Потому что никому это не нужно, а за асфальт, который вам бы сделали в вашем дворе, так нужно заплатить, яичко. Причем немалую долю. Да. Из всех вот тех работ, которые тут будут делаться, смета придет и 50, а может и больше процентов, 70, будете оплачивать как собственники своего кармана. Точно. Поэтому если вы хотите, чтобы территорию вашего двора облагоустроили, то за это нужно заплатить. Давай спрыгнемся. А тут... Обменные бронированные машины. Ну, это просто рекламы. А здесь почта у нас. Здесь у нас почта в данном районе. А вот это у нас здание полиции. С торца, так сказать. Ой, где-то мы застряли немножко. Да, немножко. Немножечко, да? Вот это полиция, да? Вот почта. Кому интересно, здесь находится почта. А вот это вот у нас проспект Мира. С которым мы сейчас выйдем. Проспект Мира, проспект Мира. Пойдем сейчас вот сюда. А давай повернем. По проспекту Мира, вдоль его, очень много-много-много-много разных магазинов. На первых этажах, в цокольных этажах. А мы проехали проспект Мира и завернули во дворы. Вот туда, я... ближе к проспекту Кирова, да? Да. Нет, это проспект Кирова. А, да-да-да, Кирова. Ну, так мы выезжаем по дворам. От Мира до Кирова. Да. Здесь мы, по-моему, еще не катались. Именно в этих дворах мы еще не были. Тут тоже вот садик был. Его тоже отдали. Вот ведомственная видишь, охрана. Ведомственная охрана. Вне ведомственная. Вне ведомственная. Да. Тут территория школы. Ну, там уже не видно. Угу. Ну, а тут у нас вот пятиэтажки, да? Да? А, кстати, тут четырехэтажное здание. Да, да, четырех. Я тоже. Ну, видишь, тут цокольный этаж есть с другой стороны. Вот его видно сейчас. Ой, мы приехали к этому бывшему квадрату. А сейчас это у нас пятерочка. Или магнит. 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 Кому интересно, да, вот обновление и ремонт одежды тут есть во дворах. А это у нас седьмая школа. Да. Здание седьмой школы. Забор такой, кстати, еще не развалился, да? Он же деревянный. Да. Еще сделано вот так интересно. Ухаживают. Ну, значит, красят, да, постоянно. Обновляют, поэтому, в принципе, дерево сохраняет свою какую-то прочность и не разваливается. Да. Проспект Кирова. Да. Всеми любимый, горячо. Горячо любимый? Шучу. Может, это и не любит. Кто любит, это нет. Дорожка-то, видно, присыпана, только колеи торчат. Да. Колеи наезжены. Чем на прошлой неделе-то лучше. Ну, лучше, да. Тогда была вообще переметена же она. А сейчас все-таки нет-нет. Ну, трактор-то, может быть, прошелся, конечно. Основной-то снег все равно убран. Кинотеатр «Восток» бывший. А сейчас уже, Велишка, наверное, домой поедем кушать с тобой. Накатались уже, набродились. Сколько можно бродить. Смотри-ка, здесь вот у нас открыто. Это что такое? Ой, оптика. Это оптика? Да-да-да, я и смотрю, что это оптика. Оп.
И здесь, кстати, тоже есть оптика и государственная аптека. Угу. Вот в этом здании как раз я вам показываю. Почему государственная? Потому что здесь делаются микстуры, которые делаются непосредственно для этой аптеки. И они не для... Этих микстур нет в других аптеках. Это чисто делают наши. И реализуют вот через эту аптеку. Мы вот покупали, например, болтушку для от стоматита. Для... От стоматита, да. То есть делается конкретно и продается только в этих аптеках. Ну а на сегодня, наверное, все. Все, кто нас смотрел, большое-большое спасибо. Приятного просмотра. Ну и, наверное, на сегодня всем пока. Встретимся в другом ролике. Всем, друзья, пока. Счастливо. Пока. Берегите себя. Пока.